Добрый день. После достаточно длительного перерыва снова выхожу в эфир, делаю ролики, посвященные моему любимому занятию. Это игре на инструментах, в органе. Стал увлекаться в свое время этническими инструментами. Это очень интересное направление, которое открывает новые горизонты, которое дает человеку подпитку жизненной энергией. Всем рекомендую обратить на это внимание. Инструменты народные, они легко осваиваются, на них очень интересно играть. Получаются звуки оригинальные, отличные от классики. Многие со мной спорят, не согласны, что это, в общем-то, деградация, уход от прогресса. Но мне кажется, это наоборот. Новый прогресс, новое возвращение к истокам, к нашей мудрости, к тому, что наработали поколения наших дедов и прадедов. Они, в общем-то, разработали, придумали эти инструменты, совершенствовали их достаточно долгое время. Это я пытаюсь наладить график. Сейчас, чтобы ярче было видно. Так, сейчас попробуем. Очень плотно это самое. Все, включился. Яркий свет. Да будет свет, сказал монтёр. Играем сегодня на моем любимом инструменте Сергея Пыжова. Инструмент Орган Лидер. Многие уже приобрели данную модель у Сережи. Она очень удачная, очень с хорошим звуком, легко управляемая. Единственное, что приходится ждать, пока мастер сделает. У него большая очередь. Мастер талантливый, известный, знаменитый. Все те, кто играет на инструментах профессионально, в органах, они, в общем, приобретают вот такие вот инструменты. У него есть серия для профессионалов, в органы есть, в общем, такая популярная модель, но очень качественная, и профессионалы тоже ее покупают и с удовольствием играют. Сейчас я поиграю на ней, и вы посмотрите. Я специально здесь ставлю спектрограф. Еще раз, для тех, кто не знает, то смотрит первый мой ролик. Значит, прибор показывает. Вот здесь есть шкала. Сейчас я посмотрю. Видно ли? До 21 килогерца развернута шкала. Здесь можно проследить. Здесь также имеется шкала усиления в децибелах, причем обратная шкала, то есть самое большое значение соответствует самому маленькому усилению. И цветовая гамма, то есть чем ярче, тем больше смещение в красную область, тем больше усиление идет. И если частота уходит в синюю область, соответственно, усиление уменьшается. Также имеется два значения. Это преимущественная резонансная частота. То есть, когда я буду играть, она будет скакать, но в определенные моменты времени это значение будет стабилизироваться. И здесь вы увидите степень ее усиления в децибелах. Сейчас идет как бы кардиограмма такая. Это мой голос. Телефон фиксирует. Это все ставится в телефон. Телефон фиксирует значения разных частот, которые я как бы извлекаю при разговоре. И вы видите эту кардиограмму, то есть на каких частотах. Это в основном низкая область низких частот. Есть и всплески в сторону высоких частот. То есть мой спектр голоса содержит и более высокие гармоники. Вот они. Этой части. Сейчас мы посмотрим,
гармоники, которые можно извлечь из вот этого замечательного инструмента Сережи Пыжова. Мы с ним переписывались, очень хороший человек, вот, контактный. И с ним можно, скажем так, поговорить на тему инструментов, заказать у него инструмент. Вы подождете, но хочу вас уверить, что ожидания не бесполезны. То есть вы получите инструмент, во-первых, на всю свою жизнь, будете на нем играть. Это профессиональный, тот, кто осваивает искусство игры на варгане, им, в принципе, тоже необходимо иметь изначально хороший инструмент, чтобы настроить свой слух на хорошее звучание. Thank you.
Вот, в принципе, что может из себя извлекать любой человек, кто научится играть в органе. То есть это безграничная фантазия, любые звуки, какие вам нравятся. И резонатором служит ваше тело и частоты. Вот у меня даже аллергия прошла. Частоты, в общем-то, благотворно влияют на организм. Всем рекомендую играть на варганах. Покупать качественные инструменты у настоящих мастеров. Я о них рассказываю в своих роликах, играю на их инструментах, раскрываю их потенциал. И многие мне мастера пишут, что они благодарны, то, что их инструмент действительно показал все свои возможности. И, в общем-то, многие люди, смотря ролики, понимают, что ждать от инструмента, какой диапазон частот. Вот я демонстрирую все это наглядно. Какой диапазон частот у этих инструментов. Даже вот у Сережи я видел, просматривалась частота где-то больше 21 кГц. То есть это фактически ультразвук издает, тоже благотворно влияет на организм. Вот ультразвуковая терапия вы
наверное, знали, слышали они, в общем-то, это варганы, причем небольшой частоты достаточно для того, чтобы, скажем так, раскачать кровь, вот, улучшить кровоснабжение тканей, вот, и, в частности, очень благотворно влияет на головной мозг. Вот у меня насморк сразу начал проходить, вот, приступ аллергии, сейчас сезонная аллергия у меня, поэтому играю на инструменте, облегчаю свои симптомы. Вот такие вот пироги с котятами. Всем благ. Не болейте. Смотрите мои ролики. В них, в частности, говорится о препаратах, о неких устройствах, которые в общем-то, служат для того, чтобы облегчить различные вирусные протекания различных вирусных инфекций, защиты от вирусных инфекций. Вот, они достаточно простые в использовании, многие у меня приобрели их и пользуются с удовольствием, не болеют. То есть не болеют вообще простудными заболеваниями, вирусными инфекциями, ну и так далее. То есть любая вирусная бяка проходит где-то за 2 дня. Вот такие вот дела. Всем всех благ. Смотрите мои ролики, подписывайтесь на мой канал, голосуйте. Всего доброго.